те телодвижения, которые вот то, что вы сейчас перечислили, я представляю, ну что ли, это, ну, не знаю, ну, воспитание, что ли, не то. То есть я бы не смогла этим заниматься, наверное. Вот а правда, что представители там спортивно-бальных танцев, да, чувствуют себя немножечко, ну, все-таки выше, да, там, может, пообразованнее как-то. Но вот все-таки тот же тверк, да, это уличные, ну, стритовые направления, а вот уже бальные, ну это же бальные, у нас же короли, ну, танцевали. Нет, честно, да, вот положа руку на сердце, я не чувствую себя никак, то есть так, чтобы я прям преобладаю, да, в чем-то. Нет, просто мне кажется, это в нашем виде спорта немного больше культуры, да, вот какой-то дисциплины, что ли. Внутренней, внешней, да, естественно. Вот. А так, как бы, нет, какого-то такого ощущения, что я над, абсолютно. Нет, это труд, я его уважаю, поэтому это просто другое. Никак не разделяю.